Жаль, только на предложение инициативной молодежи никто не откликнулся. Во многом, возможно, из-за того, что время для проведения акции по наведению чистоты было выбрано неудачное. Будний день – 2 часа дня. Взрослые на работе, дети и подростки в школе. Поэтому разгребать завалы мусора специалистам из гармонии пришлось втроем. Решили ребята прийти и навести здесь хоть какой-то небольшой порядок, потому что коробка превращается в свалку мусора. Тем более наступает лето, и, скорее всего, молодежь близ лежащих домов будет приходить сюда играть в футбол или какие-нибудь другие спортивные игры. И вот хотим создать для них какие-то условия, чтобы они не бегали в мусоре. Еще одно излюбленное место отдыха горожан – монастырский Наволок. Эта территория тоже нуждается во внимании и уборке. Специалисты гармонии намерены провести субботник и там. Поддержать инициативу приглашаются все желающие. Субботник на берегу залива пройдет в четверг, 19 мая, начало в 16:00. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.